Сумма пенсионных средств, которые, возможно, будет до выхода на пенсию, будет зависеть от возраста и суммы накоплений. Правда, о каких конкретно суммах идет речь, пока неизвестно. В Кабмине и Нацбанке ведутся расчеты. Об этом в кулуарах правительства сообщил вице-премьер Бердыбек Сапарбаев. При этом он уточнил, использовать пенсионные на покупку жилья или получение образования смогут только официально работающие казахстанцы. Надо расчет надо сделать. Я же говорю, еще раз говорю, это зависит от суммы пенсионного накопления и от возраста пенсионера. Хватит ли ему до конца его жизни его пенсионные накопления. Поэтому сейчас надо сделать расчет. Мы должны сделать расчет, а потом уже внесем свои предложения. Практику использования пенсионных накоплений досрочно применяют во многих странах мира. К примеру, в Сингапуре пенсионные накопления можно использовать для оплаты медуслуг, получения образования и покупки недвижимости. Кроме этого, у граждан есть возможность инвестировать деньги в акции и золото. Но при условии, если вкладчик до пенсионного возраста смог накопить определенную сумму. Такая система доказала свою эффективность. 90% жителей Сингапура, которые имеют собственное жилье, приобрели его за счет пенсионных. Вкладчик также может получить займ на оплату обучения. Правда, долг с процентами придется вернуть.